Напомним, вечером 29 января 2021 года произошло ДТП. Водитель автопоезда Абдулвахид Ахметов ехал из Санкт-Петербурга в Казахстан. На 872-м километре трассы М5 в Сызранском районе он превысил скорость, выехал на встречную полосу и столкнулся с маршрутным автобусом «Ситроен». В результате 12 пассажиров автобуса скончались, еще 9 человек, находившиеся в маршрутке, в том числе малолетний ребенок, получили тяжкие травмы. Как установило следствие, у грузового автомобиля был неисправен полуприцеп, на его средней оси стояли разные шины, что стало одним из факторов, повлиявших на ДТП. В итоге 13 декабря суд признал водителя виновным в нарушении ПДД, повлекшем смерть, и приговорил к 4 годам и 8 месяцам лишения свободы в колонии-поселении. Также мужчину на 3 года лишили права работать водителем. Берегите себя и своих родных, и не забудьте подписаться.